Всем привет, друзья! Я уже сделал один обзор на такую вот поставку для телефона. Ссылку на тот обзор оставлю в описании. Так, давайте посмотрим, что внутри. Это присоска, очень мощный, тяжеленный такой. Можно регулировать длину. Наверх можно? Да. Вот так можно сделать. Так, это понятно. Можно прикрепить на торпеду, а это вот так. Или напрямую можно и на торпеду. Я тот попробовал, получается. Вот так идет. Это тоже понятно, что здесь есть USB кабель и инструкция на английском. Так, снимаем. Там есть батарея, как я понял, так как тот другой модель, что я сделал обзор, тому обязательно надо было подключить питание, а это работает без питания. Нажимаем здесь, нажимаем, закрывается. То есть как это работает, сейчас посмотрим. Вот так положили телефон, держит, очень мощно держит, никаких проблем. Первый сенсор и второй сенсор. Круто, серьезно круто, впечатляет. Так, ставили, закрыл, коснулись сзади и сняли телефон. Подключаем. Вот сюда нам надо снизить чуть-чуть телефон. О, вот так. Все, зарядка идет, круто. Предыдущую модель можно было поставить вот здесь, вот сюда. А это только либо здесь, либо на стекло. На стекло, на торпедо можно и так будет держаться. И через вот это. Через вот это. То есть это клеится где-то вы хотите. Допустим, здесь клеится. Вот ровное место вот здесь. Или где-то другое место, где можно клеить, допустим, вот здесь, например. Клеится здесь, а это будет держаться вот так. И, а телефон вот так будет. Ну, это я пример показываю, но ясно, что здесь не получится. Можно здесь, допустим, ну, например, это. Здесь есть клей, вот. Здесь есть клей, так что здесь тоже можно. Вот так. И вот так. Все. Если здесь вот так держится, вы представляете, что будет на стекле? Очень круто держится. Все. Это вот так. Ставим сюда. Очень четко сидит.
никуда не денется, но на стекле, естественно, будет лучше, в разы лучше. Так, ставим телефон без подзарядки. Держит. И сняли. Ставили. Сняли. Ставили. С одной рукой сняли. Подключим зарядку. Голубая лампочка. Это надо снять, кстати, пленку. Так, ставили. Зарядка идет. Сняли. Ставили. Все, зарядка идет. Можем попробовать Galaxy Note 9 с толстым чехлом. Давайте попробуем Galaxy Note 9 с двойным толстым чехлом. Ого. Все, зарядка идет. Так, видите, зарядка идет. Снимаем. Все, зарядка идет. Очень круто, очень хороший. Надо еще этот провод как-то вот так через снизу принести. Там поставить зарядку, и вообще будет круто. И вообще очень хорошо держится, но на стекле будет лучше. Заряд идет. Даже такой огромный телефон с одной рукой очень удобно снять. Все, сняли. Также одной рукой поставили.